Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер51Рус. Сегодня, как обычно, ничего у нас не поменялось. Версия игры 0.3.16. Ссылочку можете найти в группе, в разделе ссылки. Справа на пираточку играет через Steam, значит, так. Ссылочку на группу вы найдете под видео на канале. Так, поедем на полигоне. Полигон тоже, ребят, найдете. Все найдете. Значит, поедем сегодня на автомобиле ГАЗ-27527. Вот так вот. Давайте их поставим все. Так, blue, red, yellow, вот желтый. Все, есть. Давайте. Блю. Нифига, не буду. Ну-ка. Создать. Тут-ту-ду. Блю. Ну, блю так блю. Хотя он какой-то серебристый. Нет, ради интереса сейчас еще раз попробую. Ну-ка, точно хочу. Блюха. Блю. Да, блин, это точно, блин, блю. Так, удаляем его. Так, этот блю. Садимся на этот блю. Так. Значит, поедем. Сегодня у нас такой соболь будет. Соболь у нас будет. Так. Полноприводной. Мосты есть. Все отличненько. Давайте заведемся. Автор мода, ребят, DL38RUS, значит, это Дмитрий. Так, давайте залезем. Все. Так же, как и на газельке, ребят, тоже офигенно. Вот в зеркалах отражение такое прикольное. Вася у нас тут на месте, как всегда. Все, гудит, сигналит по колесам, давайте. Так, колесики. Классненькие колесики. Кстати, тут как, по-моему, литье, оно в реале есть такое стандартное. Оно идет, что на газели вот есть, что на УАЗике есть такие вот колеса. Так, дальше внедорожные. Ух ты, блин. Прикольно, да? Ага, и вот такое литье с ёжиками. Давайте я вот такое оставляю, все. Так. Погнали по аддонам. Так. Багажник, ребят, с фарами. Наверняка и Димон еще тут и синхронизацию света сделал. Конечно же, да. Ночь и что-то я не обратил. Вместе с багажником ставится, по-моему, кенгурятничек этот, да? Ну да. Так, есть. Так, это что такое у нас? Бамс что-то поставил еще. Угу. Это фаркоп, ребята. Так. И прицеп. Обалденно, слушайте. Ночь по гаража. Это что у нас для погрузки? Стопудово что-то грузится. Давайте съедем, посмотрим. Что-то Димас, по-моему, текстуры на запаске нету. Рядом так и есть. Так, что надо убрать эту фигню нам? Конечно же, да. Груз, прицеп. Офигенно. Слушайте, ребят. Прикольно, только еще нет текстур. На фонарях, на треугольниках. Странно. Но это Димас еще, видно, доделает все. Я вот так думаю. Как бы это предобзорчик мода. Мод будет, ребята, приватный в товарах. Так. Ой, ремонт еще есть. Трофи. Ага. Это он снять балду. Так, снимаем. Мод будет, ребята, в товарах.
ссылочка на автора по поводу приобретения, ребят. Он все это доделает, все это исправит, ясный пень. Как бы, я думаю, без вопросов. Соболек вообще обалденный, слушайте, классный. Вот надо было в натуре этот оставить серебристый и сделать реально голубого цвета. Вот, наверное, такие есть, такие какие-то, даже не знаю, морской волны такие, такие классные тоже. Офигенный, кстати, соболек, просто вот на ура, ребята. Я даже не знаю, брать с собой прицеп, не брать. Так, прицеп, прицеп. Давайте возьмем какой-нибудь со всяким лабудом. Значит, ссылочка на автора, еще раз повторюсь. Автор будет у нас, не будет, а есть, Devil38Rus Димон. Значит, ссылочка на автора будет, ребят, под видео. Также у меня в группе в товарах будет ссылочка на автора. Проходите, будьте внимательнее, задавайте глупые вопросы. Значит, все ссылки, ребят, присутствуют там и в группе, и под видео. Поэтому будьте повнимательнее, просто не поленитесь, нажмите там показать все или что-то там есть какие-то, чтобы открывать полную информацию. Нажимайте, и будет вам счастье. Блин, как он блестит, офигенно, ребят. Вообще классно. Соболек вот-вот будет, я не знаю, даже может быть Димон сделает с мордой уже, с новой мордой, как бы он будет, я не знаю, будет такой вариант, останется как бы, или с новой, но я рад как бы, в принципе, и тому, и другому варианту, в принципе, они оба хороши будут смотреться, сам мод обалденный, в грязь, ну давайте в грязь, полезем в грязь. С прицепом классно, да не, проходимость, ребят, хорошая, вообще он нормально шпарит соболек, все best of the best. Я бы вот даже вот ради прикола, не прикола как бы, не, ну ладно, поехали с этим прицепом, хотел, но перехотел, ладно, бог с ним. Не-не-не, видон, колеса, все шикарно, аддоны, все классно. Димон молодец, пятерка тебе с плюсом жирная. Классный мод. Ребят, опять же повторюсь, ссылочка на автора будет под видео и у меня в группе, в товарах будет в описании тоже ссылка на автора. По поводу приобретения, ребят, пишите автору. Обалденно. Прет тоже как шальной просто. Я не знаю, вот многие там ноют. Вот, нахера, в спинтайросе тут такие машины. Да и почему вы ездите там на какой-то шляпе, там, каких-то рейндж-роверах, там, я не знаю, там, Тойотах. Почему не ездить на Салдеповском автопроме, на этих газельках, соболях, запорожцах, я не знаю. Наше русское бездорожье, наши русские дороги, на них можно проехать только на русской технике. Вот так вот, все нормально, шкварит он. Давайте отцеплю я прицеп, чтоб с ним не бутыхаться тут лишний раз. Так, это он, ленинградский почтальон. Все, полетели, полетели теперь по беспределу, будем шкварить. А, повторюсь, ребята, в группе будет и на канале, по группе и по каналу будут розыгрыши. Как только будут 2000 участников в группе и 2000 участников на канале, то есть и по каналу, и по группе будет два розыгрыша лицензионных игр Steam. Стимовских по каналу, значит, будет спинка, по группе будет Battlefield Company 2. Все лицензионное, дариться будет подарок, ребят, через Steam, так что не тяните резину, делайте репосты, ставьте лайки и на канале ставьте, и делитесь видео из канала, из группы, везде, короче, все репостите.
будет вам счастье. Значит, по поводу розыгрыша я вообще в группе ничего не пишу. Смотрите видео, кому интересно. Вся информация в видосах обычно, как вспомнится мне, обычно я вспоминаю это в конце видео. Могу в середине, могу в начале. Блин, подвесочка как играет вообще, ребят. Офигенный Соболь просто. Я просто не нарадуюсь. Притормаживать тоже иногда надо. Хотя поговорка у нас такая, что тормоза придумали трусы, да? Но, блин, ребят, без тормозов никак. Надо нам тормозить. Езжу я все время на автомате в основном. В принципе, сильно не напрягаюсь. Коробку не тыркаю, да? Обалденный, ребят. Нет, вообще классненько. Классный Соболь, я просто в шоке. Звезда в шоке, да? Как говорят некоторые товарищи, которые нам совершенно не товарищи. Грязь, ну вот, давайте не будем его сильно запихивать. Блин, ребята, классный Соболек, всем советую. Охренеть, пачкается прям на ура. Где-то, может быть, есть какие-то недочеты там мелкие. Я даже на такую херню даже не обращаю внимания, ребят. Вот реально просто. Давайте прям попробуем его сюда запихнуть. Как бы я на такие вещи не обращаю внимания. Мне даже не было анимации карданов. Мне было насрать совершенно вот на это дело. Просто если мод мне нравится, то он мне нравится. Не нравится, так не нравится. Советский автопром, в принципе, вообще. К тому же вот такие, я считаю, это качественный мод, качественная моделька. Человек там много-много там что с нуля понаделал, как бы все тут. Как бы, и я думаю, что даже не один месяц, наверное, сидел над ним, колдовал тут днями и ночами. Поэтому я думаю, что автора, конечно, надо отблагодарить покупкой данного мода. Ну а те, кто любит постоянно все сливать и срать там мододелом, говно писать всякое, вот сидите и смотрите. Лишний раз рубль зажали, блин, где-то что-то не скинулись. Все мододелы, ребят, позакрывались, сейчас все будет только на продажу в основном. В общак будет всякая шляпа, по сути. Сами видите уже прекрасно на сайтах, там уже какое говнище приходится качать там, да? Вообще можно сказать, что никакое. Блин, проехал. Сейчас вернемся, е-мое. Во всем, ребят, виноваты сами. Я не знаю, там пойти сигарет или сиську пива там не купить там, да. Релизят, ребята, что-то надо было скинуться без вопросов там, да, кто чем может там. Вон люди, кто кинул там даже не ту сумму там, по-моему, кто-то из ребят там, да, кинул там 200-300 рублей, по-моему, так, на общий сбор, да. В итоге стали счастливыми обладателями модов, да, а тот, кто рубль там зажал, в итоге остался, как говорится, с пальцем. Еще сейчас я его утоплю нахрен. Давай, 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 дружбан, поехали. Кстати, что-то ребята мутят с игрой вот, по однозначной, потому что я буквально вчера, что ли, ночью писал на ЗИС 150 и обратил, что вода как-то себя стала вести по-другому. Вот реально, вообще по-другому идет вода. Что-то мутят с игрой, мутят, что-то делают. Делают, причем, ну, я думаю, что в лучшую сторону. Может, готовится какое-то обновление. Все-таки нас разработчики-то порадуют каким-нибудь обновлением. Блин, ребята, Соболь просто шикарен. Просто шикарен. Как он идет. Ах, вообще, ребят, просто кайфушка. Три модификации. Димон, я все-таки думаю, что тебе нужно такой голубенький, вот этот зеленый, Мурену вот эту надо тебе сделать, как бы темненький, чтобы их было 4. Будет вообще четвером, кто ребята купят, да, будут гонять, не запариваясь там.
каждый возьмет себе разного цвета и погнали на обзорчик, на какой-нибудь, на стримчик. Нет, ребята, пятерка вообще с плюсом. Вот реально пятерка с плюсом, офигенно. Вот, кстати, у него с рулежкой как-то не так, как на газельке чувствуется. Хотя тоже быстро колеса крутятся. Скорость, ну да, смотрите, там, ребят, скорость даже не наблюдаю, там, как там, 47. Да все отлично идет. Просто обалденная штука, ребята. Просто обалденная. Классненький собалек. Даже не знаю, где его заскринить, надо как-то, чтобы все красиво было. Да ладно, поехали туда на траву, как обычно. Вот на этом, ребят, обзорчик сейчас будем заканчивать. Димон Соболь обалденный. Сейчас вот еще Дмитрий его немножко допилит. Буквально чуток. А так, в принципе, все тут уже на пятерочку. Вообще классный, классный, ребят, Соболь. Просто классный. Блин, как-то надо выехать, наверное, все-таки отсюда. Сейчас, смотрите, чтобы не отвлекаться. Оп, о, все, есть, поймал его. Поймал его. Вот такой, ребята, получается у нас ГАЗ-27. Да, забыл, как он. О, 27-500. 27-527. Соболь, да? Продолжаем. Автор Devil38 Rus. Ребята, Дмитрию большой респект. Тачка обалденнейшая просто. Делаем. Куда ты там нагибаешься, Вася? Делаем скрин. Автомобиль, ребята, в товарах будет. Ссылочка на автора под видео. И в группе в товарах там же тоже будет ссылка на Дмитрия. Все, на этом, ребят, обзорчик Соболечка будем заканчивать. Мод классный. Всем советую. Мне понравился вообще до безумия. Как бы вообще, в принципе, все он таскает, все возит, все шикарно. Ну, двери тут не открываются. Ну, бог с ним, как бы я даже за это не переживу. Ух ты, точек зацепа сколько. Обалдеть. Все, ребят, на этом обзор заканчиваем. С вами был Драйвер51Рус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео в группе, делитесь видео на канале, подтягивайте друзей. Всем удачки и всем пока.